Совета и киностудия Ленфильм представляет новый проект для ленивых. Если ты дивана дав на нашей планете, то нуждаешься всегда в видеосовете. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или много раз прочитать. Почти народная мудрость. Добрый день! Мы рады представить мультиварку указанной модели. Надеемся, данный видеоролик поможет вам в ее использовании. На дне мультиварки находится нагревательная пластина и кнопка контроля чаши. Без чаши прибор работать не будет. Здесь мы видим клапан для выпуска пара и крышку чаши с уплотнителем. Главной ценностью любой мультиварки является чаша с антипригарным покрытием. На чаше есть деления, показывающие минимальные и максимальные уровни. Чаша должна ровно и плотно ставиться на дно мультиварки, а саму мультиварку необходимо плотно закрывать перед готовкой. В комплект входят контейнер для приготовления на пару, мерный стакан, черпак и ложка для помешивания. Посмотрите, как мультиварка открывается и закрывается, и как обслуживать сборник конденсата. Клапан для пара легко вынимается и разбирается для мойки. Познакомимся с управлением. Мультиварка имеет следующие программы: рис, плов, жарка, молочная каша, гречка, суп, варка на пару, тушение, подогрев, выпечка. В каждой программе мультиварка предлагает свое время готовки, но его можно поменять. Еще есть кнопки: время приготовления, старт, отсрочка старта, поддержание тепла отмена. Последний можно отменить все действия и даже процесс готовки. Покажем работу на примерах. Выбираем рис. Далее изменяем кнопкой время приготовления, предлагаемые 28 минут, на наши 40. То есть рис мы будем варить 40 минут. Если что-то не нравится, жмем поддержание тепла отмена. Если все нравится, жмем старт. Еще аналогичный пример. Выбираем суп. Время готовки меняем с 1 часа на 1 час 20 минут. Жмем старт. А теперь попробуем сварить суп к заданному времени. Выбираем суп. Меняем время готовки на час 20. Жмем отсрочку старта. Видим нашу предыдущую отсрочку 2.34, не соглашаемся и меняем ее теперь уже двумя кнопками. Кнопкой «Время приготовления» и кнопкой «Выбор программ», например, на 1 час 53 минуты. Далее, конечно, старт. Теперь подсчитаем. Сначала ожидание 1 час 53 минуты. Добавляем 5-10 минут для выхода на режим и еще 1 час 20 минут непосредственно варки. Суп будет готов где-то через 3 часа 20 минут. Во всех программах
После окончания готовки мультиварка переходит в режим поддержания тепла при температуре примерно 70 градусов. Если вам надо просто разогреть блюдо, то выбираете подогрев, соглашаетесь, например, с 30 минутами и жмете старт, или не соглашаетесь и меняете время разогрева кнопкой «Время приготовления». Разогреется примерно до 70 градусов. Разогреть блюдо можно и простым нажатием кнопки «Подогрев», только не забудьте вовремя потом выключить. Но работать в этом режиме будет только одна кнопка – «Отмена». Для очистки корпуса мультиварки используйте щадящие методы. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. Клапан для мойки снимается. Наш девиз – «Сними и расскажи лучше нас, а мы покажем вас». Мы любим советы со всего света.